Бывает, под вечер устал, но не спится. Проснулся мечтательный дух в голове. Картины, идеи, рассказов, страницы рождает и ждет твоих действий ответ. И вроде бы столько дает вдохновения неистовых сил полуношных. Встаешь. Но то ли обычной обманчивой ленью, а то ли усталостью, так не поймешь. Объято все тело. И сопротивляется. Манит обратно вернуться в кровать. Но только уснуть снова не получается. Мыслей поток никак не унять. Вот и блуждает сознание сонное в шаге от новорожденных идей. Вот бы еще оно неугомонное не рассуждало бы о ерунде.